густые леса и полноводные реки. Просторные луга и кристальные озера. Многообразный животный и растительный мир. Уникальное историческое и культурное наследие. Все это – земля наша. А это – главное богатство земли нашей. Ее люди. Александра Анатольевича, ты действительно один из лучших механизаторов. Трудолюбие и скромность. Александр Терпелюк о том, как стать лучшим в своем деле. Здесь тоже около 60 видов всех декоративных растений. Сохранить лесной фонд, а также украсить приусадебный участок. Нина Берусь о питомнике декоративных растений, популярном и востребованном на территории Гомельской области. Такая корзинка – это час, примерно час работы моей, если уже, конечно, есть заготовленный материал. Когда творчество объединяет семья Ивашкевич о народной культуре и самореализации. Как говорят, чтобы вышивать крестиком, это надо крепкие нервы. Мне кажется, наоборот, действительно это успокаивает. Я начинал с жонглирования. Три мячика и берешь, вот спокойненько жонглируешь. Путь к вершине через упорство и боль. Представитель цирковой династии Сергей Кузнецов о воспитании артиста и выступлении на мировой сцене. На этих кадрах трактор под управлением механизатора Александра Терпелюка лихо бороздит по полям. Управление подобной техникой требует физической и психологической выносливости, быстрой реакции, терпения и выдержки. Именно такими качествами обладает герой нашей программы. Александр Терпелюк из числа тех работников, которых не нужно контролировать и подгонять. К выполнению всех своих обязанностей он относится всегда добросовестно. Оттого и в поле один из первых. До 27.00. Бывает 21.00 заканчиваем работу. Как получается? Вот такая работа у нас. Сколько посеем, только и ужнем. Александр Терпелюк – человек скромный и своими успехами хвастаться не привык. О себе говорит очень мало. Главное, по его словам, всегда упорно работать и относиться к своему делу с должной ответственностью, чтобы потом не было стыдно за конечный результат. В хозяйстве с символичным названием «Звезда Полесья» передовик снискал авторитет и уважение за свой нелегкий труд. Работать приходится действительно много. Порой трудовые будни за штурвалом проходят с самого утра и практически до захода солнца. Однако сложной свою работу механизатор не считает. Тем более, когда тыл надежно прикрыт боевыми товарищами. Коллектив дружный, да. Помогаюсь. Что не скажи, поблизись, попросишь. Им поможешь. Тебе поможут. В сельскохозяйственном производстве Александр Терпелюк уже без малого 30 лет. Родился и вырос в Милошевичах. После 8 класса решил пойти отучиться на тракториста. Чуть позже был призван на срочную службу. После армии вернулся в родную деревню. Над выбором места работы долго думать не пришлось. Очень уж хотелось применить навыки, полученные во время учебы. Да и в целом техника на тот момент была чуть ли не главным смыслом жизни. Сильную тягу к ней наш герой испытывал с самого детства. А когда работа приносит не только доход, но и моральное удовлетворение, это ли не настоящее счастье? И так случилось, что сельскохозяйственное предприятие «Звезда Полесья» стало не только первым местом работы, но и пока единственным. Вот так получилось, что колхоз выбрал и пошел в колхоз. Гайки крутить понравилось. Да и по этой нашел работать.
Делать все по совести и по велению сердца. Такие жизненные принципы выработались с юных лет. Поэтому за что бы ни брался Александр Терпилюк, результат всегда максимальный. Он не только ценный сотрудник на предприятии, но и пример для молодых аграриев. Это действительно один из лучших механизаторов наших. Их у нас достаточно много, хороших работников хозяйства. За прошлый год он практически полностью посеял кукурузу, 1600 гектаров было посеяно кукурузы, поэтому не случайно он стал и победителем районного конкурса, размещен на районной доске почета. Свою награду, победу в номинации «Человек на земле» конкурса передовиков труда в Лельчицком районе, Александр Терпилюк комментирует крайне сдержанно. Это приятный бонус, но не более того. Высокая награда – не повод расслабляться. Важно сохранить должный настрой и продолжать работать на благо родной земли. Для меня приятно, что занесли на доску почета. Буду и дальше трудиться. Трудолюбие, самоотверженность и скромность – вот что характеризует настоящих механизаторов. Людей, которые благодаря своему непосильному труду вносят серьезный вклад в экономическую стабильность страны. Лес – сокровищница биологического и ландшафтного разнообразия, важный природоохранный фактор. Кроме того, это еще и источник возобновляемых сырьевых, а также энергетических ресурсов. И потому лесной фонд играет значимую роль в улучшении благосостояния населения. Важно не только его сохранить, но и приумножить. Не первый год с этой задачей уверенно справляется Нина Берусь, начальник питомника Милошевичского лесхоза, где выращиваются сеянцы лесообразующих пород. Наш питомник занимает площадь 24,5 гектара. Из них 5 в этом году отведено под посевное отделение. Выращиваем в основном сосну обыкновенную, дуб черешчатый. 20 соток у нас отведено под тепличное хозяйство, где в этом году у нас находится ЗКС дуба черешчатого. Это где-то 90 тысяч сеянцев, 2570 кассет. 1,5 гектара занимает школьное отделение, 10 соток маточное отделение. Основные поля у нас пока отдыхают. К слову, питомник постоянно разрастается. В прошлом году введены 2 новые теплицы для выращивания сосны с закрытой корневой системой. В целом, благодаря выращенному посадочному материалу, лесовосстановление за весенний период 2018 года было проведено на площади более чем 600 гектаров. Кроме того, развитие питомника положительным образом отражается на экономических результатах. Выручка по сравнению с 2017-м выросла в несколько раз. Секрет достаточно простой. Мы увеличиваем ассортимент постоянно каждый год на 10, 12, 15 растений. Конечно, как говорится в известной пословице, один в поле не воин. Успех достигается благодаря единой слаженной команде профессионалов, когда каждый знает свою задачу и что нужно делать для ее выполнения. О своих подопечных Нина Берусь говорит только в положительном ключе. По ее словам, ни за кого не приходится волноваться. Всегда знаешь, что тебя не подведут. Очень ответственные, надежные, исполнительные. Можно на них положиться. Штат работников находится на питомнике практически ежедневно. Лишь зимой их переводят в цеха. Каждый день здесь и не наберусь. Сотрудники лесхоза, обслуживающие питомник, хоть и на хорошем счету, но контроль за рабочим процессом все равно никто не отменял. Ну, у нас случайных людей не бывает. На питомнике в штате числится 5 женщин-лесоводов, 1 мужчина-тракторист. Занимаются они сейчас посевом сосны в теплице 15 соток. В основном у меня девчата занимаются выкопкой, прополкой, посевом. Вот такие вот работы на питомнике. Питомник декоративных растений Милошевичского лесхоза – гордость всего Лельчицкого района.
Выбор декоративных растений поразит воображение даже самого требовательного садовода. И потому за посадочным материалом приезжают из самых разных уголков Гомельщины. Причем как частные лица, так и представители предприятий. Около 60 видов всех декоративных растений. Они смотрят, покупают. У нас не только население, у нас и организации покупают, и лесхозы нашего полху. Успех питомника во многом заслуга Нины Берусь. А ведь судьба могла сложиться совсем по-другому, и лесная отрасль нашей страны не досчиталась бы такого высококлассного специалиста. Уроженка Житковичей по первому образованию инженер-строитель начинала свой трудовой путь в совхозе «Случ». И тогда, более 20 лет назад, и подумать не могла, что вскоре ее жизнь кардинальным образом изменится. В 98 году пришла работать в Житковичский лесхоз по совету мужа, который был также связан с лесным хозяйством. Вскоре Нина Берусь получила второе образование и переехала вслед за супругом в Лельческий район, где работает уже 13 лет. Я никогда не думала, что свяжу свою жизнь с лесным хозяйством, но я чувствую, что это мое. Я довольна, я счастлива, я с удовольствием хожу на работу. Лельческая земля славится не только поистине живописными местами, трудолюбивыми жителями, искренне любящими свой родной полесский уголок, но также богата талантами. К людям, не перестающим удивлять своей фантазией, которая отражается в самых разных формах творчества, относится и семья Ивашкевич из деревни Синицкое поле. Начнем рассказ с супруга. Хобби Валентина – коробоплетение. Этим ремеслом мастер занимается уже более 10 лет. Короба эти делаются из сосны. Вот откалывается, отрезается чулбак такой длины, ну, по размеру кошеля, который должен быть нормальный, рабочий, такой на 2 ведра примерно, на 1,5, для ягод, для грибов. И размер, соответственно, ну, я срезал примерно 1,40 м. И отделяется по слоям. Плетение таких корзин – процесс достаточно сложный. Времени занимает не так много, но нужно быть предельно внимательным, четко соблюдая правильный алгоритм действий. Как отмечает Валентин, сложнее даже не изготовить корзину, а найти материал для нее. Сосну такую найти – это очень сложно. Они где-то из, например, из 1000 деревьев, может быть, только одно подойти. Ну, хожу, ищу по приметам. Там оно должно быть светленькое, по коре смотрю, кора должна быть гладкая. Аккуратно. Эта кора даже немножко и видно, что она, видите, как вот такие плашечки скользкие. Тогда она получится, что она будет и отдираться слоями аккуратненько. Коробоплетением занимался дедушка Валентина. Наш герой всегда также хотел попробовать мастерить что-то похожее, но целенаправленно к этому пришел лишь в сознательном возрасте. Вначале было непросто. Несколько работ из-за отсутствия необходимых навыков так и не были закончены. После серии неудач Валентин Ивашкевич наконец освоил ремесло и, как отмечает, начал делать очень нужную вещь для хозяйства. Ну вот, такая корзинка – это час, примерно час работы моей, если уже, конечно, есть заготовленный материал. Ну и еще, можно ее еще украсить, конечно, вот такими вот нарезными. С такого же материала нарезается тоненькая дранка и украшается. Делается ручка. Но оно больше всего у нас здесь как сувенирные они. Ну, в принципе, где мало ягод, можно по ягоды ходить, по грибы. Вот с такими вот большие. У нас обычно пользуются вот такими большими. Копает картофель. В ягоды ходим тоже с такими, по грибы, только с такими большими. Не меньшими талантами обладает и супруга Валентина Надежда. Как и многие женщины на селе, свой творческий запал воплотила в вышивке.
Сначала вышивала гладью, нужен был костюм для выступлений, а потому пришлось освоить это направление. А после, увидев на одной из выставок работы, вышитые крестиком, решила, что нужно совершенствовать свое мастерство. Говорят, чтобы вышивать крестиком, это надо крепкие нервы. Мне кажется, наоборот, действительно это успокаивает. Я могу смотреть кино и вышивать, например. Но крестиком, конечно, тут надо очень внимательным быть, потому что если вышиваешь по схеме, то смотришь уже на схему и вышиваешь. А так, да, действительно, оно успокаивает, расслабляет. Первые работы Надежды Ивашкевич были выполнены в народном стиле. Ее вдохновляли цветочные композиции и журавли. Чуть позже на смену пришли более современные произведения, многие из которых стали настоящей визитной карточкой мастерицы. Потом мне захотелось попробовать чего-то более современного. Фэнтези меня всегда интересовало и привлекало, поэтому появились сначала вот эти большие мои работы, которые затратила очень много времени, считай, где-то год и 4 месяца вышивала одну картину, и 8 месяцев я вышивала вторую картину. Потом решила попробовать вышить своих любимых актеров, американских. И мне это очень понравилось. Можно создавать и портреты своих друзей, родственников. Надежда Ивашкевич уже почти 20 лет возглавляет Синпольский сельский клуб «Библиотеку». Когда только пришла работать в учреждение, решила создать коллектив художественной самодеятельности. Бросила клич среди местных жителей. Желающих оказалось немало. Наш коллектив создался 6 мая 2001 года, когда был конкурс объявлен у нас районный. Это конкурс обрядов «С рога всего много». И он и сейчас проходит, этот конкурс, но не ежегодно. И вот тогда, так как мы собрались 6 мая, это был Юрья. Это весенний праздник Юрья. И мы впервые показали этот обряд. Мы подготовили его, показали на районной сцене. И вот с тех пор у нас появился вокальный ансамбль, который впоследствии мы назвали «Сничаночка». Это как бы сокращенное название нашей деревни, и жителей называют «Сничанами». Коллектив «Сничаночка» долгие годы успешно выступает. Несет в массы самобытную народную культуру, знакомит людей с песнями, танцами и обрядами. И пусть его участники не имеют профильного образования, зато всей душой любят то, что делают. А когда любимое занятие приносит удовольствие, то и окружающие будут заряжаться позитивом и хорошим настроением. Главное, наверное, это все-таки вокальный ансамбль. Мы поем. Поем, участвуем в конкурсах, участвуем в праздниках, в районных праздниках. На своей сцене всегда выступаем на различных мероприятиях, различные праздники, обряды делаем. Девочки поют, девочки танцуют. Вот старшая участница, это Валентина Павловна, это она у нас одна пенсионерка, остальные еще работающие люди, которые работают и в нашем хозяйстве, это Синпольское, и в школе, в Буйной, так как у нас уже школы нету. Люди, которые как бы к культуре не имеют отношения, я имею в виду, не работают здесь, но по творчеству они, конечно, здесь нужны, и они здесь занимаются именно от души и поют песни, и собираются с удовольствием. Самое главное в деле возрождения народной культуры – не бояться трудностей. Занимаясь любимым делом, семья Ивашкевич в то же время сохраняет историю, чтобы каждый современный житель смог наглядно увидеть, как раньше жили наши предки в деревнях и селах. И то, что сегодня может быть предано забвению, в Синпольском сельском клубе пытаются сберечь для потомков. И в то же время здесь не боятся экспериментов. Сохраняя прошлое, не забывают и о будущем, изучая новые формы творчества. В современном искусстве все более весомое место занимает цирк. Мы неоднократно рассказывали про мозырскую студию «Арена» и ее основателей Марию и Бориса Кузнецовых. Давайте, покажите что-нибудь, чтоб я посмотрел. Удивите меня чем-нибудь. Сегодня речь пойдет про их первого и самого главного воспитанника, сына Сергея. Агата, чуть медленнее крути, что Маша спешит.
Я начинал с жонглирования. Вот. Примерно вам покажу. То есть три мячика и берешь, вот спокойненько жонглируешь. Вот. Ну, разные элементы можно делать там. Вот такие, к примеру. В общем, я вообще в основном акробат, гимнаст на ремнях воздушный и эквилибра. В 4-5 уже лет меня начали уже что-то со мной, что-то лепить с меня, что-то пробовать. Вот. Ну и один раз ближе, когда уже лет 6-7 мне было, я увидел в клоуна, стоял на катушках. Вот. Ну я баловался, взял одну катушку, постоял, потом я еще попросил у него булавы взять. Я 3 булавы начал. Вот. И тут случайно папа заходит в цирк и увидел. Промолчал, ничего не сказал, маме рассказал, доложил маме. Ну и понеслась, знаете, вот это вот все. Мы купили катушки, мне я начал репетировать эквилибра. И параллельно еще на вольностоящей лестнице тоже выступал, поэтому с родителями. Стать настоящим артистом цирка очень непросто. На пути к Олимпу возникает уйма преград. Самые первые подстерегают еще на начальном этапе. Бесконечные ссадины, синяки, микротравмы. Подобные испытания под силу выдержать не каждому. Сергея Кузнецова каждый день ожидал новый вызов, каждый выход на манеж – новый бой с самим собой. Твердый характер и целеустремленность помогли победить. К слову, выступать на больших аренах Сергей начал с 9 лет, и именно с этого возраста у него появилась трудовая книжка. Это было в Москве, в московском цирк на сцене. Вот. И мы сделали такой трюк, что ну, было очень на вольностоящей лестнице, она вот она у нас метров 4 где-то она. Вот. И отец мне брал, я остановился ему в голову, он поднимался, и я кидал 5 мячей на высоте. То есть без страховки именно из-за этого трюк. Допустили меня, ну, маленького, с 9 лет, это такого вообще не было никогда, чтобы с 9 лет у человека уже пошел трудовой стаж, и он мог работать на больших сценах. Карьера молодого артиста развивалась стремительными темпами. Став чуть постарше, Сергей уехал покорять Соединенные Штаты. Выступал на самых известных цирковых аренах. Далее, работая уже в паре с супругой Анной, удивлял своим мастерством зрителей Европы. Благодаря своему ремеслу Сергей объездил много стран. Однако гастроли зачастую не только новые впечатления. Есть и обратная сторона медали. Гастроли, если ты работаешь в шапито, то это немножко тяжело для артиста, потому что ему нужно вроде как и выспаться, и тут же переезды. Ты не знаешь, оно и жарко в шапито, если это летом. Вот. Если так где-то уже более-менее, когда там осень, то еще тоже опять-таки дожди, это все грязное, костюмы, это немножко тяжело. Плюс поддерживать надо форму. А форму можешь поддерживать только тогда, когда шапито стоит. Поэтому... Но люди, которые приходят в цирк, они... этого не знают, опять-таки. Они могут увидеть только уже ту сторону медали, которая она хорошая, понимаете? Вторую они не знают. Вперед немножко того, потому что ты как-то сзади стоишь. Сегодня Сергей делится знаниями и прививает цирковые навыки начинающим артистам. Вместе с родителями более 10 лет назад он стоял у истоков создания мозырской студии «Арена». Корпус на месте, а сам руками продвигать. Да, вот так, руками. Здесь из обычных мальчиков и девочек воспитывают настоящих мастеров своего дела, которые каждый день стремятся покорять вершины в буквальном смысле этого выражения. Носочки, колени обязательно ровные. Как правило, на занятия в студию циркового искусства «Арена» дети приходят, начиная с 6-летнего возраста. Хорошо, колени. Разминки, растяжки, изучение различных элементов и трюков. Здесь ребята постигают азы циркового искусства. Мы когда работали все вместе в Америке, то мы думали там открыть студию. Но все равно в город тянет, понимаете, домой, потому что это наше родное. Вот. Поэтому вот и дело в том, что нас тут много кто знает в городе, поэтому и город сам помогает нам. Жонглирование, акробатика, эквилибристика, воздушная гимнастика, клоунада, иллюзион. И это далеко не полный перечень жанрового репертуара «Арены».
Между тем, практически каждый юный артист студии ловко демонстрирует свои умения сразу в нескольких цирковых направлениях. Вот, есть, хорошо. Это трехсложный, конечно. За плечами артистов арены участие в различных телевизионных проектах, международных конкурсах и фестивалях. Впереди еще немало творческих планов. Как признался Сергей Кузнецов, на данный момент идет подготовка нового номера к фестивалю в Китае. Все детали, разумеется, держатся в строжайшем секрете. Зато Сергей рассказал нам о продолжении семейной династии. Интерес к цирковой сцене проявляет его маленький сын Иларион. И кто знает, может через десяток лет на цирковом небосклоне засияет новая звезда из Мозыря.